Всем приветушки, в эфире, как всегда, Агарис, и сегодня утреннее мое видео, это будет, опять же, PC-билдинг-симулятор, ребят, симулятор сборщика компьютера, ну, точнее, симулятор компьютерного сервиса, и, честно сказать, я просто вот залип в этой игре, эта игра мне настолько понравилась, она мне почему-то кажется приятной, расслабляющей настолько, что я... Прям даже в нее отрываться не хочу, когда я играю, с учетом того, что вчера, например, серия получилась вообще на час. Это очень много. Очень много. Так, прокачать видеокарта. Видеокарта. Процессор. Так, ладно, пойдемте. Видеокарта. И здесь, по-моему, видеокарта, да? Да, видеокарта. Угу. Смотрим, что нам пишут. Так, так, вы, ребята, пока тут это, развлекаетесь. Замените HDD. Прокачка. ЦП. Ну, слушайте, прямо что-то прокачка пошла. Вы посмотрите, здесь, ну, здесь вот единственная замена. Так, ну что тут у нас? Короче, ему надо заменить жесткий диск. Ну, ладно, примем все. Че уж париться-то, все равно все принимать. А это без проблем. Поймем так, видеокарта прокачать. Так, ты у нас который прокачать видеокарту? К 29-му. Это вот этот. Так, а ты у нас... Вот, 29-му. Хочу улучшить компьютер. Видеокарта нуждается в замене на более мощный вариант. Дедлайн 29-го. Можете что-нибудь про MSI заказать? Мне вроде хорошая, мне дико нравится. Какой-ли некоторые кабели? Вот взять гибкий черный, например. То есть тебе нужно карточку от MSI. Гибкий черный шнур. Так. У нас, чтобы тебя не монтировать, нужно убрать вот эту вот штуку. Локер, убрать шнуры и выкрутить видеокарту. Так, мы из тебя вытащили R9-280. У нас есть R9-370 от MSI. Что это такое? А, локер. Удалить еще один локер надо, ребят. Вот. Ну, здесь два вроде. Так, и ставим ее. А что, тебе не нравится? Не хватает кабеля. Что, не нравится этот тварик? А если я подключу? А если подключу? Нет, ему не нравится эта видюха, ребят. Да что ж с тобой такое-то, а? Ладно, видюху с тебя убираем. Короче, тебе надо прокачать видюху. Тебя надо пропылесосить, прокачать видюху. Ладно, какую тебе видюху? Бюджет 500 баксов, да? Бюджет 500 баксов. А у тебя... Бюджет 600, тоже видюху, да? Так, две видюхи за 500, за 600 баксов надо. Так, магазин. Видеокарты. Так, одну от MSI надо. Прокачать ему от MSI. В бюджете 600 баксов. Так, убывание по цене. Ну вот тебе давай... Вот тебе этот добавим. А, нет, стоп. А тебе сколько? 600 тебе. А тебе в 500 баксов. Так, ну ладно, мы тебе добавляем тоже... Короче, две таких видюхи мы добавляем. Тебе нужно... Что нужно сделать тебе с процом? Сразу посмотрим, чтобы заказать все. Где? Здесь...
Все работает медленно, так потом ЦП нуждается в гриде. Еще мне на сайте хотели iPhone дать, надо обратиться в интернете, пишут, что AMD самый топ. Короче, ему нужно AMD-шник помощнее какой-то. Так, тебе нужно AMD-шник помощнее какой-то. А какой у тебя стоит сейчас, просто интересно, а? Так, давайте будем смотреть. Что у тебя здесь? Ryzen 5400, и тебе нужно просто помощнее, да? Так, Магаз. Центральный процессор. 1500X. Так, погодите, стопе. А что у нас, бюджет 300, да? Так, цена убывания. Ага. Ну, значит, мы тебе добавляем вот эту штуку. AMD, да? Да, M4 же. Мать, M4? А 320M? Ну да. Так тебе еще бы оперативочки сюда. И было бы ништяк. Айфон я тебе не дам. У меня нет айфона. Дружище, нет у меня айфона. Так, диагностика и ремонт. Этому HDD за 100 баксов надо. Ну-ка. Блин, а у меня даже возможности, походу, нету, да, это все оплатить. А, не, ну слушайте, ну я в минус ушел, ладно. Завтра доставят этот заказ. А с этими компами пока я ничего не сделаю, наверное, да? Давайте тогда я... Ладно, свет погашу, завершу день и приступлю к работе. Да, тут должно куча всего прийти. Блин, он прямо гора. Так, все, видюха есть. Ставим сюда. Так, здесь ЦП. Так, ладно, удаляем ЦП. Сначала ЦП. Теперь устанавливаем. ЦП 1500. Есть. Закрываем. Дальше нам нужен термоинтерфейс. Так, и система охлаждения. Да, также ставим. И сюда подключаем кабель. Так, стопэ. Теперь нам про этот апгрейд центрального процессора. Так, здесь ему ничего не нужно, да? Ладно. Так, кабеля. Кабели, кабеля. Кабельки. Кабелятня. Сейчас мы будем с вами, ребят, из минуса выбираться. Пока у нас Ох ты, посмотрите, здесь и охлаждение даже продумано. Наконец-то, а? Просто наконец-то. Так, все, все. Один готов. Так, ты на выдачу. Вы на выдачу. Так, вы с мамой... Ой, нет, вы с Видюхой, так? Так, 29 число, который... Где у нас на 29 число? Вот, на 29 число. Можете что-нибудь MSI, у них вроде хорошие комплекты. Мне дико нравится какой-то некоторые. Вот взять черный гибкий. Так, понятно, тебе нужно будет воткнуть сейчас видюху и черный гибкий кабель. Кабели гибкий черный есть. А также установить видеокарту. R9 тебе не канает, да? Ну, давай мы тебе... Вот так вот ставим. Так, теперь подожди. Заглушка для PCI есть. Устанавливается, а вторая? Да, вторая тоже ставится в итоге. Так, теперь убираем все кабеля к чертовой матери. Есть.
Так, ты уходишь. Тебе же черные нужны. Тебе же черные кабельки нужны, да? Еще где-то кабель есть какой-то. Блин, ну чтобы его достать, нужно открутить крышечку. Ё-моё, а? Да что ж такое? Ну ладно, вот ты уходишь. И ты уходишь. Все, с кабелями закончили, нет? Ну, вроде бы как все. Все закончили с кабелями. Теперь мы устанавливаем кабели. У нас черные гнутые. Как и просили. Как говорится, как просили, так и делаем. Черный гнущийся кабель. Подключаем. Оп. SATA. Питалово, контроллеры, все, кабеля мы собрали, теперь подключаем эти к местам необходимым, запускаем системки, точнее запускаем систему и дособираем комп. Так, все. Теперь осталось собрать комп, и можно отдавать этот комп. Этому тоже все обновили. Как хотел. Вот прямо как хотел, так и сделали. Наикрутейший комп просто собрали. Так, теперь ты. Прокачать это видеокарта. Видеокарта. Гибкий светло-серый, да? Ага, все, да. Гибкий светло-серый кабель тебе нужен будет. Боже мой, какой же свинарник у тебя здесь, а? Ну что ж ты за человек-то, а? Свинарник-то развел, а? Видюху убрали. Так, теперь убираем все провода. Ладно, пофиг, уже начал откручивать, так давайте уже открутим, а. Раз, два, три, четыре, пять и еще вот шесть. Все, провода убрали. Теперь продуваем все. Дери, ну надо ж так засрать комп. А ну вот что за люди, ребят. Ну вот скажите, напишите вот в комментах, кто вот точно так же за компом абсолютно не следит. Скажите, пожалуйста. Вот неужели вы тоже кто-то вот совсем никогда не пылесосите, не продуваете, не чистите свои системники? Это же, блин, ну это же жуть. Вам не кажется, что это жуть? У него 960-я была. Прикольно. 960-е. Неплохо, я бы так сказал. И кабеля ему нужны светло-серые. Светло-серые. Поехали. Оп. Оп. Готовченко. Пошли. PCI. Экспресс. Вот этот кабель почему-то всегда не в цвет. Ну вот почему он всегда не в цвет, ребята? Так. Собираем теперь систему для подключения. Для включения системы запуска.
Так, все питание. И пока идет питание у нас, мы собираем сам системник. Оп, оп. Готово. Так я же еще не собрал. Вы уже говорите разместить его. Оп. Все, поехали. Итого, три системника мы сделали. Принять оплату, 5 звезд. Видеокарта работает, мне поставили клевый гибкий светло-серый кабель. Прекрасно, выбросить. Так, теперь тебя, принять оплату. Теперь у меня топ-видеокарта, очень приятно было увидеть комплектующие от MSI. Окей, ну ты ж просил, мы тебе MSI воткнули, что же сделать-то? Так, теперь у меня топ-ЦП, и я в диком восторге. Поздравляю тебя с этим. Кредит Мегакорп понимает, что мы... Так. Мы представляем всем своим клиентам бесплатный овердрафт с лимитом в 1000. Отлично. Доступны новые комплектующие. О, RX-470 уже что-то более-менее посвежее, чем R9. Опять R9, да что вы такое творите? А где 10-я серия, кстати, а? Видюх. Короче, принять... Принять. Так, теперь смотрим. У нас есть 1300. Нам платить через несколько дней. У нас есть 4 компа здесь. А всего заказов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, да? И 4 компа здесь. Диагностика и ремонт. Ладно. Тебя сюда. С тобой что? Добавить рам, прокачать ЦП. Рекомендованность. Надо заменить HDD. А, я HDD, блин, не заказал. Так, ладно, тебя ставим сюда. Тебя сюда. Так, здесь что у нас? Футбол-менеджер, да? Ладно, если у нас футбол-менеджер, значит, первым делом нам надо тебя подключить. Да что ж я промахиваюсь-то, а? Короче, следующей частью покупок будет у меня, наверное, покупка для системы, в общем, для подключения автокабелей. Так, поиграть в футбол, чтобы поиграть, нам нужно Willet Run поставить сюда, давай ставься. В любом случае, ты меня заставишь. Ну, давай. Перезапускать систему, пока мы будем, да, перезагружать систему. Так. Тебе она больше не нужна. Так, здесь у нас диагностика и ремонт. Так, ну, чтобы нам продиагностировать. Так. Продолжить. Смотрим. Ну, первым делом нужно попробовать подключить его, чтобы понять, что с ним не так. Наверное. Так, диагностируем. Питалово. Блок питания работает. ЦП не найден. О! Выключаем питание. И у нас, судя по всему, проблемы с центральным процессором здесь. Удаляем воздушную систему охлаждения. 1500X. Ну-ка. Да, сломан Ryzen 1500X. Сломан. Так, а у нас здесь диагностикой. Так, этот HDD-шник. Бюджет $190. $190. Центральные... А погоди, а у меня что есть запрос? О, так, ну-ка. А у меня есть 1400, подойдет тебе? А, то есть хуже нельзя ставить, все понятно.
190, ну ладно. В корзину я сказал добавить. Так, 1500 и есть. Погодите, стоп, а я что, запчасти заказал? Ремонт, ремонт. А, не, все в порядке. Так, сюда ЦПшник заказал. Прекрасно, здесь ЦПшник. Здесь. Так, футбол-менеджер. Футбол-менеджер нужен. Так, что ему нужно? Core i3-6320, да? Угу. Так, Core i3-6320 нам нужен. Добавить в корзину. А у тебя что? Баланс? 400 баксов? Тогда нет. Тогда нет. Так, i3-6320 у нас... Что с сокетом? LG1151. Прекрасно. LG1151. А у нас 400 баксов, да, у тебя? Так давай мы тебе сразу поставим, ё-моё. i7. Будешь у нас с i7. Тебе здесь проц менять, тебе проц тоже заказать. Так, пока тебя... вас пока сюда... Двоих вам, обоим процики. Процики. Так, погоди, стоп. Я вытащил флешку? Вытащил. Так. Вам обоим процики надо. Дальше. Так, этому ЦП и РАМ. Тебе заменить HDD на 100 баксов у тебя. Да, ну-ка, а что ты у нас вообще просишь по замене HDD? Так, 100 баксов у нас, ладно, если у нас 100 баксов с тобой по HDD запас хранения данных, нам нужно с тобой HDD-шник, о, на 3 терабайта мы тебе сразу закажем тогда, по-моему, будет само то, на 3 терабайта, но сегодня только заказываем, да. Так, а вы тут что просите? А, ну ему Intel и нужен, да, на футбол, правильно. Так, ладно, все, срочно требуется апгрейд. Прокачать этот ЦП, добавить RAM до... А, погоди, стоп. У тебя же RAM и ЦП, да? Нам надо посмотреть, какой у тебя ЦПшник. И какой у тебя RAM до 16 надо добавлять. О, у тебя... С обратной стороны все стоит. Ё-моё. Я лоханулся, не то вскрыл. Ну ладно, бывает, чё уж. Ой, не люблю я компактные сборки. Так, RAM 8 гигабайт, G-Skill Flare X2400. G-Skill Flare X2400. Так. G-Skill Flare... Так, это Fortis. Flare X2400 на 8 гигабайт. Добавить. Есть. Так, отлично, теперь нам нужно посмотреть, что у тебя за проц стоит. Intel Core i5-6600 у тебя стоит. А что по бюджету? 600 баксов. 600 баксов. G-Skill 70, то есть у нас остается 500 с чем-то баксов. Ну, если остается 500 с чем-то баксов, давай мы тебе i7 еще один поставим, да? В итоге мы 2 i7 заказали. RAM и этот, да, все. Так, а что тебе еще? Нужно. Да. Ага, все, отлично. Тебе ремонт срочно. Надо заменить видеокарту, надо заменить RAM. А сколько у него RAM? Бюджет 400 баксов. Ну, давай тебе... А сколько у него рама, интересно? Ну, давайте закажем мы 2 G-скилла. Так уж и быть. Требуется апгрейд. Добавить рам до 16 гигабайт. Блин, пропылесосить и покачать вот эта видеокарта. Так.
Видеокарту ему надо какую-то. Бюджет 900 баксов. Так, если у него бюджет 900 баксов, то мы спокойненько берем ему вот эту вот видюху. Так. 16 гигабайт RAM. Так, все понятно. ЦП и RAM. Так. Гибкий черный кабель. Это все, ладно. Короче, ребят, все сегодня вот как-то так получается. На следующий день не надо. Все, ребят. Так, о чем мне здесь пришло? То, что я в кредит залез, я знаю. Так, я знаю, что кредит превышен. Да, превышен. Это я все знаю. Поэтому я выключаю свой комп, ребята. Покидаю это место. Завершаю прекрасный день. Приступаю к работе. И вот этот день на сегодня в этом выпуске станет у нас крайним. Потому что... Опа! Потому что мы сейчас тут добавим... Так, стоп. Тебе мы добавляем что? ЦП и RAM. Так. Планки памяти. Ты. А где у нас стоит? Вот стоит. А, вот стоит. Все, вот, значит, надо сюда. Значит, надо сюда поставить. Отлично. Теперь удаляем i5. Уходи, i5. Ставим сюда. Погоди, стоп, а где мой i7? А, я походу еще, ребят... Да. Все. Погоди, стоп, а чью я память тогда сюда поставил? Откуда у меня плашка была? Стоп, а я вообще плашку не ту поставил, ребят. Я же не ту плашку поставил, что вообще должна была быть. Так, планки памяти. Я же FlayerX должен поставить туда. Вот. Так, чтобы по красоте было-то. Блин, я не ту память поставил. Как так вообще можно? Так, процессоры. i7 я тебе купил, братан. Тебе должно понравиться. Так, тебе это должно... Ну, это вот, судя по всему, твой. Но других я не мог тебе поставить. Другие я не брал. Так, стоп, а тебе что-нибудь еще нужно? С ЦПшником, братан, который... Так, идите к черту пока. Мне тут надо сначала разобраться вот с этим, что у меня накопилось. Так, ЦП. А, все. Все. С этим у нас парнишкой... Все. Ему все поставили. Оп. Не люблю я, честно сказать, компактные сборки, ребят. Понимаю, что это удобно. Но вот для меня, ну, мне не нравятся компактные сборки. Я люблю большие, нормальные, хотя бы миди-тауэры. Ну, поэтому себе, как минимум, на миди-тауэрах собираю всегда системы и своим знакомым. Хотя, вру, были случаи, когда я не с миди-тауэра делал. Так, ты сюда идешь. А у тебя что? Так, у тебя HDD-шник, да? HDD-шник у тебя. Давай мы тебе по-быстрому HDD-шничек впихаем. Тем более, что ты... Так, а какой сдох? Давайте будем смотреть. Будем надеяться, что сдох Мартони. Так,
Оп, не, не то, не то, не то, не то, не то. Установить. Хранение, да, да, Мартони. Продать, он сломанный. Дружище, ну тебе сейчас вообще будет кайф. В том плане, что я тебе... О, блин, кабеля. Так. О, все, заезжай. Так, тебе нужно поставить твою стенку. Потом будем вкручивать. А, нет, здесь не вариант, здесь сразу надо вкручивать. Давайте вкручиваем, вкручиваем, вкручиваем. Так, подключение. Для того, чтобы проверить, что у тебя все работает, все запускается, дружище. Но зато у тебя теперь прекрасный жесткий диск. Все вообще прекрасно будет, все хорошо. Лучше, как говорится, некуда. В смысле, АЭС не установлено? Вы серьезно? О, пошло. А, ну блин, да, точно. Надо было флеху сразу воткнуть. Я забыл флеху воткнуть, чтобы поставить ему АЭС-ку-то эту Омега Систем. Все. Сделали. Сделали мы тебе, братишка, все сделали. Поздравляю тебя с этим. Так, ты. Ты еще не сделан. У тебя футбол-менеджер выявил, по-моему, проц. У тебя футбол-менеджер выявил несоответствие проца. Так. Я тебе купил хороший проц, надеюсь, он тебе подойдет. И футбол-менеджер не будет по поводу этого жаловаться. Потому что я тебе купил i7. И футбол-менеджеру жаловаться на i7 будет вообще как? Как бы дуростью, если честно сказать. Так, ну вроде все нормально. Вроде не вопят о том, что все плохо. О том, что все нехорошо. Все нормально. Питание... Ага. Все работает. Так, погоди, стоп. А что я не посмотрел? У тебя там футбол-менеджер, который... Так. Это мы еще не починили. Тебе тут починили, футбол-менеджер. Так. Тебе ничего не нужно, так? Все, все готово. Тебя сюда. На выдачу. Раз. Два. Три. Три на выдачу. Остался у меня диагностика и ремонт. У меня полетел проц. Так, у которого диагностика и ремонт. Прокачка. Так, все. Тоже ничего такого не просит. Так, и мы тебя поворачиваем. Нам нужно тебе установить проц. Я надеюсь, заказал? Да, 1400 у меня есть. Все для вас, как говорится. Все для вас. Кулер мастер. Так, этот сюда. Система охлаждения сюда. Кабель. Подключаем. Так, эти кабеля пошли. Оп. Подключаем комплектующая стеночка. Блин, в жизни бы так все быстро ставилось. Не хватает кабеля. Какого кабеля не хватает тебе?
Какого кабеля не хватает? Ты на месте? А какого кабеля тебе не хватает, дружище? Здесь все работает. А, во! А что ты погас-то? Да что ты гаснешь-то постоянно? Что ты гаснешь? Кстати, я самое интересное, эти кабеля не снимал. У него, судя по всему, они не работали. Ребят. Это, судя по всему, реально у него не работали кабеля. Так, что у нас у тебя? RAM, CP, пропылесосить, видеокарта, RAM. Видеокарта, RAM, видеокарта, RAM. Что же вам всем так RAM нужен, а? Так, ладно, тебя смотрим. Что у нас с тобой? Видеокарта. Так. Видеокарта и RAM. Видеокарта и RAM. Ну не мог же он вчера включил игру, ком сильно зажужжал и вырубился. Что-то сломал, их можно побыстрее починить. Но весь пыльный, наверное. Так, ну то, что он весь пыльный, я вижу. Давай мы тебя сразу уберем чуть-чуть. Прежде чем разбираться с твоими видеокартами и рамами. Блин, работай непочатый край. Так, пропылесосили. Видеокарту. Так, рам у тебя какой? G-Skill Fortis. У тебя G-Skill Fortis. Так, смотрим. Сломанный Fortis. 8 гигов, да? 8 гигов. 8 гигов. Так, ну мы тебе другой, правда, поставим Fortis. Ты вроде не говорил здесь ничего про то, какой он должен быть, новый, не новый. Так, сломанный... 560 у него, да? Так, а у которого сломанный 560 у него сколько? 400 баксов. У тебя 400 баксов, ты бедняк, да? Подойдет тебе такая? Видюха. Судя по всему, тебе подойдет. Тебе, судя по всему, хуже. А, все, не подойдет, да? Ладно. Понял тебя. Тебе не подойдет. Так, а что у меня еще из видюшек есть что-нибудь? R9. 960 у меня есть. Слушай, а 960 тебе подойдет? У меня есть бэушная 960. В принципе, в неплохом очень состоянии. И она реально, ну, по идее, как бы на уровне твоей. Вообще на уровне. О, работает. Это радует, это радует. Я наконец-то избавляюсь от бэушных карточек, которые у меня есть. Но при этом, как бы, экономлю денежки. И... Так... Что у нас? Все. Ты у нас тоже готовый. Вы готовы все, да? Да, вы готовы. Вы не готовы. Раз. Надо с ними закончить сегодня, наверное, ребят. Так, смотрим, что у нас здесь. АС. Так, видеокарта, RAM 16 гигабайт, пропылесосить. Так.
Видеокарта Рамда 16. Так. Гибкий черный. Гибкий черный еще надо ему. Этот хреновин. Гибкий черный. Видеокарта 980. Слушайте, неплохо. Так-то видюшка у тебя неплохая, дружище. 980, но я, благо, тебе TI заказал. Ну мы что, почистимся, нет? Так, ты готов. Память. GeForce Dark Red. Ну-ка, мы можем тебе... Так, видеокарта... Надо сначала удалить, поэтому ты, наверное, несовместима пока. Вот так. Теперь... А, понятно. Понятно, понятно. Удалить. Ты у нас двухпиновая. Готово. Видеокарта. Она у нас уже встанет. Прекрасно. Видеокарту мы тебе крутую поставили. Теперь нам нужно планки памяти. Несовместимо. Так. И кто ты у нас? Кто? GeForce Dark. 8 гигов, 2400. Так. Магазин. GeForce. 8 гигабайт. Dark Red 2400, да? Так, добавить, есть. Так, тебе же GeForce Dark, да? До 16, так, отлично, мы тебе заказали GeForce Dark. Потом дособерем. Так, с тобой что у нас? Так, CP, RAM до 16. ЦП и РАМ до 16. Боже мой, что же вы такие свиньи-то все, а? Ну, блин, храните компьютеры в сберегательной кассе. Он даже не выпылесошил, вы понимаете, он даже не продувается нормально. Я не могу продуть его до конца. Так, ты что у нас здесь? Так, Dark 2400. Магазин. У нас в корзине Dark 2400 же. Ладно, еще раз. Да, готово. 900 баксов. Там было. Так. АЦП, так, здесь 600 баксов, если что. Здесь 600 баксов, если что, у нас. Так, у нас... А какой А5 здесь? 6600. А у нас что есть из ЦП? 6600. 6600, понятно. Так, еще раз, сколько у нас бюджет? 600 баксов, да? 600 баксов минус 70, это 530. 530, значит, мы можем... тебе вот поставить i7 спокойненько. И у нас еще и хватает денег, чтобы вы привезли мне это сейчас. Все, отлично. Установить ЦП... i7. Готово. Установить планки памяти в двухканальном режиме, ребятушки. Я не знаю, у меня реально эта игра, ребят, расслабляет. Вот я сейчас сижу и на таком расслабоне все делаю. Вот прямо вот... Я не знаю. Я не знаю, как это сказать, но это реально расслабляет почему-то. Расслабляет вообще нифигово. Так,
Тебе там кабеля какие-нибудь особые нужны были? Так. Гибкий черный кабель. Гибкий черный кабель. Кабели. Гибкий черный. Так. Теперь кабеля. Удалить надо, значит, все. Ему же гибкие черные нужны. Тут еще один кабель, да. Вот. Нет. Ты еще есть? Есть. Все, да? Все, кабели готовы. Теперь мы устанавливаем гибкие черные. Так, пошли. Потихонечку. Помаленечку. Не, ну реально расслабон, ребят. Прямо вот на расслабоне все делаешь. Прямо кайф. Прямо реально расслабон. Прямо кайф. Я не знаю, с чем это связано. Ну, блин. Это помогает просто вот сосредоточиться как-то, но при этом расслабиться. То есть ты сосредоточенный в этой игре. Что-то вот делаешь, стараешься, чтобы оно выглядело ништяк. Проверяем запуск ОС. Dead Stick, все, отлично. Иди сюда. Смотрите, сколько мы сегодня сделали компов просто. Так, тебе надо добавить планки памяти в двухканалочку. Остальное мы сделали. Видеокарту мы тебе поставили, осталось подключить. Так, что там у нас надо? Гибкий черный, например, кабель, да. То есть кабеля ему тоже нужно сейчас все нафиг. Нет. Не так. А чё я не могу попасть на вот этот кабель? Вот он. Вот, вот, давай. Здесь есть? Есть. Так, готово. Кабеля. Гибкий черный просто тебе обычный, да? Давай мы тебе его впихаем. Оп. 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 Сейчас все по красоте будет. Сейчас, дружище, все прямо по красоте будет у тебя. С черным гибким кабелем. Мало тебе не покажется. Оп. Так, все. Провода. Опа. И пока ты включаешь, мы прикручиваем тебе твою боковую стенку. Все заработало. В смысле, корпус собран не до конца. А, ну все, понял. Так. Понял, что не собрал. Забыл совсем, ребята. Вот забываю почему-то про эту хреновину. Так, все. На сегодня все собрали, по крайней мере. Теперь со всех собираем бабло. Отзыв есть. Хороший отзыв. Выбросить. Так, принять. Отзыв отлично. Так, принять. И они специально проверили футбол. Запускается. У меня приятно удивили гарантии на все комплектующие. То есть, смотрите, я хороший человек. Меня вон прямо хорошие вещи про меня говорят. Так, дальше. ЦП, и они прям молодцы. То есть, молодцы. Я молодец. Так, принять оплату. Вот, ему я бы ушечку поставил.
Все сделал, все работает нормально. По красоте. Все, вообще вот все 5 баллов. Так, выбросить. О, еще принять. Я молодец. Все прекрасно, смотрите, сколько всего. Новый уровень, 5-й дали. А, выбросить. Новые комплектующие выбросить. А, новые комплектующие выбросить. А, выбросить. Так, принять. 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 Так, апгрейд. Так. Так, 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 понятно. Это с этим надо будет разбираться. Вы что, сейчас серьезно через 3D Mark будете все просить делать? Так, ему нужно новый MSI. Видеохарта, 8 в интернете, плюс G-Skill самый топ. Так, ну мы однозначно можем заказать. Хотя смысл нам сейчас заказывать. Закажем потом. Так, у нас 2616. Скоро аренда. Но деньги есть. Давайте в магазин залезем. Посмотрим, что тут у нас есть. Так. Давайте-ка мы вот это вот купим сразу. Рейтинг комплектующих. Магазин периферийных устройств. Покупайте внешнее оборудование. Но оно пока не нужно, ребят. Нам сейчас важнее вот это вот, мне кажется. Вот такие вот инструменты, как вот автоподключение кабелей, которые ускорит. Нам нужна вторая флешка иногда, нужна, да. 1300, ну и вот это можем добавить. Все. Да нет, мне, пожалуйста, завтра это все привезите. На этом все, ребятушки, всем спасибо большое. Очередной рабочий день у нас закончен. Мы гасим свет, уходим. А с вами, как всегда, был Агарис. Это была игра PC Building Simulator. Сегодня у нас понедельник, когда выходит это видео, ребят. Всем отличного начала новой рабочей недели. И, в принципе, новой недели. Не забываем писать комментарии, ставить лайкосы, подписываться на канал, приводить друзей. В общем, давайте, помогайте. Давайте, смотрите, лайкосы ставьте. Все для вас, все для вас. С вами, как всегда, был Агарис. Всем пока.